Каждый год на традиционном собрании хозяйственного актива «Алроса», помимо итогов работы, отмечают лучших ее сотрудников. Молодым руководителям вручают премию имени Льва Солдатова. Ее присуждают сотрудникам, добившихся наилучших результатов. На прошедшем недавно 21-м собрании хозактива в числе прочих лауреатов премию получил специалист Бытовинской экспедиции Александр Новиков. С ним встретилась Наталья Николаева. Быть уверенным в себе, постоянно совершенствоваться и трудиться с полной самоотдачей – таков жизненный принцип Александра Новикова. А заодно и формула успеха для тех, кто стремится стать лауреатом одной из самых престижных премий компании «Алроса» – премии имени Льва Солдатова. Александр признается, выбор его профессии – дело случая. После окончания школы он, как и большинство одноклассников, поступил на экономический. После второго курса понял – язык цифр ему не интересен. И устроился работать оператором ЭВМ в Бытовинку. Когда выбор встал о получении второго высшего образования, я именно выбрал информационные технологии, программное обеспечение вычислительных сетей. Сегодня он возглавляет одну из ключевых служб Бытовинской экспедиции. Отряд геологического информационно-компьютерного центра обеспечивает доступ к мировой паутине и поддерживает работу внутренней корпоративной сети предприятия. Было интересно создавать что-то свое, новое, что позволит автоматизировать, либо как-то облегчить труд, ну, то есть показать, что ты сделал что-то свое, значимое, ну, полезное для других людей. Его заслуги и успехи признаны руководством «Алроса», как итог премии Льва Солдатова. Будем надеяться, впереди у молодого специалиста еще немало трудовых достижений. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».